Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я хочу предложить вам видеообзор перца крупноплодного богатырь. Наконец-то у меня поспели крупные перцы, которые относятся к классу среднеспелых. Их было очень много на кусте, и поэтому, так как крупная у него перчина, он спеет немного попозже других. Вот видите, он все в перце. Немного сейчас расскажу о самом перце. Куст 60 сантиметров, мощный, раскидистый. Относится к среднеспелому, как я вам уже говорила. Рекордная урожайность, потому что весь увешан куст перчинами. Вот везде, до самого верха у него здесь перчины. И они большого размера, поэтому урожайность очень большая. Он конусовидный, красного цвета, очень толстая стенка, но, естественно, сочный, вкусный. Вот он относится к классу самых крупных. Это крупноплодный, красный, сладкий перец, богатырь. Кто любит крупные сорта, можете его высаживать у себя на участке. Сорт богатырь. Все, до свидания. Сейчас пойду описывать другие сорта, потому что тут неудобно сидеть на корточках. Но вот я вам показала, как они выглядят на кустике. Потом более подробные описания, может быть, буду делать, когда я их сорву, потому что тут очень-очень тесно. Но главное, я вам показала, как он выглядит и какой куст. Сейчас поднимусь, покажу вам, какие кусты. Ой. Вот кусты вот такой высоты, 60 сантиметров, мощные. И буквально все они, видите, как они даже тут им тесно, они все улиплены плодами. Кстати, нынче ни разу не подкармливала их, так выросли сами. Все, перец богатырь.